Young Carter, harder than the mother boys. Потепа известный клуб, и вы знаете, что в клубе Потепа собирается хорошая тусовка, хорошие девочки, хорошие бедра, хорошая братва. И пару раз там были стычки с охранниками, не без нашего участия. Це програма на ІТІ, це четвер. Всі вже давно звикли, що четвер – це день R&B. Сьогодні ми вам показуємо клубний вікенд в стилі R&B. Сьогодні зі мною дуже класний хлопці. Зараз він до мене перейдуть у кадр. Ой, це New School, Юго Потап. Окей, хлопці, я просто тушуюся на вашому фоні, чесно кажучи. Що на сьогодні чекає? Не пригадаєш. Да х**о знає. На вході було людно, на відстані вже чутно. Я Потап, і так Потіпа, братва, увидять сьогодні New School, Юго і Потапа. Ви завжди разом тусуєтеся? Всегда. Добре. Всегда. Добре. Нас чекає гарна вечірка, сподіваюся. Я не знаю, якщо вона буде плоха, ми її закінчимо. Пойдемо з нами в Потіпа, узнаєте, як там відпочиває. Я не можу пригадати, як тебе звуть. Всі прийшли відпочивати і танцює клуб. Я не можу пригадати, як тебе звати. Я не можу пригадати, як тебе звуть. Я не можу пригадати, як тебе звати. І танцює клуб. Сколько тебе нужно времени, чтобы понять, классная вечеринка в клубе или нет? 10 минут. 10. 10 баллов, 10 минут. Поехали. 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 Давай, первое, медленно, что ты видишь? Рассказывай. Во-первых, сегодня не очень много людей. Раз, первое. Второе, что они достаточно удивлены тому, что мы здесь. Это уже плохо. Потому что R&B – это пафос. Если люди удивляются тому, что к ним пришел Потап, значит, все в порядке. Вот. Какие-то не совсем понятные мне штрихи, много молодежи. Любишь пиджеек? Dance Go Go! Да, Go Go, пойдем посмотрим. Пойдем. Take your ass if you got some. Got some money. Take it. Вот, перемазка. Я подпоясь, что способны пиджеек. Ты привык быть в центре внимания? Да, я люблю, и когда люди тушуются, значит, это... Ну так, девочки застеснялись. Ставим им 7 баллов, 7. Я не могу пригадать, как тебе звон. Как часто ты подходишь к бару? Частенько. А что пьют? R&B парни, хип-хоп парни, рэперы, что они пьют? Эй, киска, мы пьем виски, танцуем диско в Сан-Франциско. Играет шкет, момент. Вы знаете, только благодаря ему, может быть, мы здесь побудем еще пару часов. Поэтому мы ищем девочку, у которой хорошее бедро, у которой хорошая попа, у которой хорошая грудь. Йоу, Ибра, это не забудь, мы не дадим заснуть, Потепа, братва, камон, йоу. А давай осмотримся, ты видишь таких девочек? Пойдем, пойдем. Пока что нет, пойдем поглубже. Все худенькие? А? Все худенькие? Какие-то, во-первых, худенькие, во-вторых, какие-то глупенькие. Как-то я хотел бы увидеть девочку, которая готова показать попку Потапу, понимаешь? Или сисечку. Что скажешь по поводу парней, которые собрались? Ну, парни, как всегда, бандиты. Как всегда, у них хорошие сеньориты. Как всегда, все закрыто, все забито, все закурено, всех обдурено. Парни какие-то напряженные. Они видят меня с собой, сейчас думают, бля... Ну вот смотри, как девочка пляшет. Вот она хочет понравиться сейчас. Ну как? Вот это ничего, кстати, подай снимем. Давай снимем вот эту девочку, смотри какая. Вау! Нормально! Нормально, нормально. Хороший животик такой. Знаешь, в рэпе ценятся все такие люди, которых можно потрогать. Потап, например. У
который живет. Вот ты уже не подходишь для рэпа. А хорошо, по типам. Итак, Юго, что на тебе одето, расскажи. Начну с прически. Нет, с туфлей. Я, боже, я не знаю, с чего начать. У меня так много и все такое хорошее. На мне кепочка New Era очень дорогая. Пиджак Сент Оливер. Под кепкой такая называется андеркеп носочек. Вот. Он надевается обычно для того, чтобы кепка сидела лучше. Что такое? Вот. Начнем пиджак. Это фирма Сирко. Сирко. Мы как, когда-то давным-давно был такой хит. Сирко собака. После этого, через 12 лет, мы носим кроссовки фирмы Сирко. Имеет отношение оно к песне или нет, решайте сами. Так, твоя очередь рассказывай, что на тебе одето. Начинаем мы, наверное, с обуви. Идем, наверное, потанцуем с девочками. Я тебе расскажу, как надо танцевать с девочками. Давай сначала расскажешь, что на тебе одето, а потом про девочек расскажешь. Окей. А вот что у меня одето. У меня на пузе татуировка. Jesus. Yeah. То есть как бы специально под меня шились эти ботинки. Специально. Люблю серебро. Люблю серебро очень сильно. Цирконий камень есть, колечко. Штанишки. Fat Farm. Fat Farm — это крутая фирма. К сожалению, вы не сможете похвастаться такими брюками, потому что они в единственном экземпляре были сделаны специально для Юга. Вот, а это браслетик Ferragamo, который мне тоже был подарен. И вот этот пиджак. Мы его шили в Америке на заказ. Специально для Юга. Посмотрите тут. Значок морских сил. Воздушно-морских сил. Барашка. Футболочка с барашкой. Бэ, который говорит бэ. Знаки доллара, без них мы никуда не выходим. А что они означают? Слушай, почему без них никак? Ну как, это лоурайдер, ава-ава. И блинг-блинг, это самое важное у нас. Блинг-блинг, это показывает свою крутость. Часы? Часы, золотые, даже не спрашивай об этом. Если мы заговорили о часах, я скажу только одну фразу. Ролик. Да, ролик. Окей, разобрались. Дальше ты собирался с девочками танцевать? Да, пойдем. Приметил каких-то? Ну, пока нет. Может быть, доживем до арены, посмотрим. Ну, еще пока рано. Но идем потанцуем. Смотри, одни девочки. Идем. Идем. Обычно умирают к трем, вот, они ложатся на диванчики, такой, типа, релакс небольшой, вот, чиллаут, а потом уже они снова просыпаются, часам 6, они уже зажигают жестко, именно до часов 7, пока их не выгоняют оттуда. Окей, с потипом мы закончили? Хоть пока нет, это the end, можно сказать, на сегодня, кончий чек маленький, мы ставим запятую, но не точку, но по типе. Итак, ребята, пошли вы все на, а нас ждет арена. Я живу в своем мире, на своей широте, на своей долготе, и не нужно мне больше никого. На моей широте, на моей долготе, я на своей волне. Я живу в своем мире, на своей широте, на своей долготе, и не нужно мне больше никого. На моей широте, на моей долготе, я на своей волне. Многие люди спрашивают у меня, а кто он пишет слова? Я говорю, пишу я, они не верят, говорят, ну нифига себе. Ладно.